Добрий вечір, в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Говоримо о позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня. А саме говоримо о брудних технологіях, об атаках, клонах так званих, які розповсюджились за останні декілька днів. Говоримо на цю тему з нашими поважними гостями. Ігор Назаренко, політичний експерт. Вітаю. Денис Яковлєв, доктор політичних наук. Вітаю. Політик Дмитро Волошенков, вітає, Дмитро. Отже, починаємо з такого конкретного прикладу. 135 округ. Ми знаємо, хто балотується по округу, знаємо фаворитів, взагалі кампанії, фаворита на цьому окрузі. Була спроба зареєструвати ще одного Сергія Ківалу. Як це відбувалося, Ігор Назаренко, ваша реакція на ці події? Ну, там практически детективная история. Нашли парня, который не, он сам не одессит, он житель Одесской области, значит, который изначально даже не скрывал, что ему делались предложения со стороны, значит, некой новой команды, не будем тут проводить рекламу, и, значит, ну, представителя некой, не от самой команды, а от представителя некой новой команды, и, значит, кто-то же, в общем-то, оплатил все эти расходы, связанные с регистрацией там, и так далее. Вот. Потом, через какое-то время, это он, кстати, общался с представителями штаба Кивалова, то есть у нас вообще как-то страна непуганных этих самых. Вот. Потом, значит, через какое-то время ему надоумили, что, в общем-то, надо прекратить общаться со штабом настоящего Сергея Васильевича Кивалова, и он исчез. Вот. С тех пор его нигде не могут найти. Вот такой вот, с одной стороны, забавный, с другой стороны, детективный сюжет. Ну, а взагалі, тобто потрібно людині змінити паспорт, перевоплощу, значит, ну, вы же поймите, что это житель области, человек далеко не состоятельный, не очень образованный. Естественно, он не имеет возможности быстро сменить имя, отчество, фамилию, но в силу того, что он даже как бы не знает, куда обращаться. Да? Значит, соответственно, что все эти процессы ему обеспечивали люди, которые знали, куда обращаться. Вот, это делали профессиональные адвокаты. Есть даже слухи, что это за адвокаты, вот, значит, которые, в общем-то, это все быстро делают. Делают они это для чего? Делают они это для того, чтобы отобрать голоса у фаворита избирательной кампании. Это технология достаточно старая. Она уже, наверное, лет 20, да, уже гуляет, да. То есть пора бы, в общем-то, честно говоря, поставить ей какой-то административный, а может быть, даже уголовный заслон. Но кому-то это выгодно, и тема живет, и здравствует. Тут необходимо людям объяснить, почему, собственно говоря, эта вот сложная затея с переменной фамилии, отчества нужна. Это политическая технология, называется она условно клонирование кандидатов, когда есть явный фаворит выборов, который набирает определенное количество голосов. Все же знают социологию предварительно, то есть есть представление, сколько наберет фаворит. И если запустить клона, то, значит, если фаворит набирает 40-50, иногда даже 60%, то у тех людей, у кого больше 20 не получается, даже при переборе финансовых возможностей, необходимо отобрать эти голоса. Как их отобрать? Ввести человека в заблуждение, когда он видит двух одинаковых людей. Бабушка думает, что она голосует за своего кандидата, на самом деле она голосует за клона, и 50% голосов убегает. Дмитро, неужели такий спосіб ефективний є протистояти там, фаворитам кампанії? Я бачу, що не тільки 135 округ, я бачу, що цим не нехтують конкуренти там, інших представників до Верховної Ради на півночі, на півдні області. Працює технологія, неужели? Ну, вот коллеги уже сказали о том, что эта технология живет уже достаточное количество лет. И мы можем сказать, наверное, с уверенностью только одно, что вот выборы 2019 года, они, наверное, будут апогеем. Потому что, как вы уже правильно отметили, практически на всех округах, и не только в Одесской области, наблюдается форсированное клонирование. Причем некоторые кандидаты клонируются многократно, там и по 5, и по 6 однофамильцев. И я думаю, что Одесса была, если мы так немножко вернемся в прошлое, одной из площадок, где очень так иезуитски была опробована эта технология, когда раскручивали такой проект, скажем,
псевдополитический интернет-партия, то целый ряд людей меняли свои паспортные данные, переименовываясь в одноименных персонажей из этой саги. Поэтому технология опробована, люди за финансовые ресурсы готовы отказаться от имени, фамилии, отчества для того, чтобы проучаствовать в такой грязной технологии. Я думаю, что здесь очень правильно уровень самосознания и, там, скажем, каких-то совестных моментов долга культивируется. А мы здесь должны сегодня говорить все-таки о юридической защите, потому что если такая инфекция и этот вирус клонирования распространяется быстрее, чем юридический антибиотик создается, то здесь нужно здравым силам, и я смотрел на мотивные документы, мне импонирует законопроект, который был предложен народным депутатом Киваловым Сергеем Васильевичем, относительно того, что регулировка другая, она пока в реальных условиях ее не может быть, кроме законодательной. Поэтому мы должны на уровне Центральной избирательной комиссии очень четко вскрывать эти факты, когда мы видим, что человек незадолго до выборов меняет себе фамилию, имя, отчество, у него нет политического прошлого. Совершенно четко понятно, что это человек, который никакого отношения не имел ни к общественной работе. То есть, как минимум, эти данные должны вскрываться, и когда избиратель знакомится, он должен это видеть в его биографии. Второе, если бы хотя бы в бюллетене вернули номерную систему, чтобы перед фамилией был номер, уже было бы проще. Вот больше всего действительно страдают люди, которые, там, скажем, старшего поколения, которые плохо видят, приходят, переживают на участке. Так можно было бы фаворита гонки привязывать к какому-то номеру. А так получается, при отсутствии цифрового обозначения люди все равно ориентируются на фамилию. Очень многие даже путаются там с именами, отчествами. Поэтому я очень надеюсь, что уже сейчас это изменить невозможно, но очень хочется верить, что новая избирательная система, которая появится, как мне кажется, очень скоро она положит конец вот такому клонированию политическому, которое мы сегодня наблюдаем. Можливо, покарання якесь здійснювати в особі тих людей, которые ризикують змінювати і прізвище, і ім'я? Ну, опять же, это то, о чем я говорю. То есть здесь нужно в юридической плоскости вернуться к тому. То есть это должно быть решение. Я думаю, что страдают от него целый ряд кандидатов по всей Украине. И для многих это проблема. То есть да, есть кто-то, кто на этом паразитирует и зарабатывает деньги, а есть кандидаты полезные, нужные, которых, к сожалению, не так много в стране, которые страдают именно потому, что их заработанный рейтинг, профессиональный рейтинг, он отбирается вот таким грубым путем политической подмены. Юридическим, я бы даже сказал. Да. Тинис, дуже таке слушне зауваження від нардепа Ківалова, йде своєчасне, але не встигнуть, я так розумію, вже прийняти депутати. А чи вистачить політичної волі прийняти вже після виборів? Знаете, вот мы начали с абсолютно конкретного случая, 135-й избирательный округ, где лидером по всем социологическим опросам является именно Сергей Васильевич Кивалов. Мы сейчас не берем рейтинги, поскольку рейтинг – это соотношение сил, да, когда будет понятно, кто выдвигается, будет понятен рейтинг кандидатов. Но мы берем, если брать уровень доверия, то это 85% – это уровень доверия именно к народному депутату Украины Сергею Васильевичу Кивалову. И почему этот случай вопиющий? Ну, знаете, бывает же по-разному. Ну, бывает же такое, что есть однофамильцы, да, и оба успешные политики. Ну, кто-то более успешный, кто-то менее успешный. Вот на президентских выборах был случай. Народный депутат Украины, да, и одна из лидеров предвыборной кампании. Можно ли говорить здесь о клонировании? Ну, я бы сказал, что можно, но я бы это не рассматривал в качестве там какой-то криминальной, юридической ответственности или в качестве даже политической технологии. Но это действительно может быть такой случай, что могут быть люди, да, которые изначально совпадают фамилия, имя или даже, ну, все бывает, фамилия, имя, отчество, допустим, даже такой и случай, сериалы там, да, вот вообще с точки зрения политической теории совпадает. Но они могут баллотироваться, конечно, и здесь, наверное, не надо говорить никаких технологий. Но здесь вопиющий случай, что лидер компании и против него выставляется человек, который за сколько? За месяц до начала избирательной кампании он меняет себе фамилию, имя, отчество. И фамилию, и имя, и отчество. Это же понятно, что это не просто мы так толерантно говорим. Ну, это политическая технология. Толерантно говорим черный пиар. Но это неправда. Это незаконный способ ведения избирательной кампании. И совершенно правильно в законопроекте народного депутата Сергея Васильевича Кивалова указано, что здесь должна быть предусмотрена ответственность. А ответственность на данном этапе до принятия закона какая может быть?
как минимум недопущение к выборам, регистрации. Как минимум отказ в регистрации. Это же действительно вопиющий случай, что именно против лидера выставляется человек, который за месяц меняет фамилию, имя, отчество. А так все бывает. Может быть новый какой-то кандидат, у которого нет политической карьеры. И может быть еще один новый кандидат, тоже без всякого политического там бэкграунда, и он тоже хочет попробовать свои силы. Такое может быть? Может быть. Але це все ж таки такі напів рішення, повинні люди дізнатися, звідки ростуть ноги цього кандидата. Він же не сам собі змінює ім'я, змінює прізвище, батькові там співпадає з даними фаворита кампанії. Ну, хрестик ставимо, так. Ви хочете спросити, наскільки це взагалі впливає на електоральний результат? Я хочу спитати, як далі? Ми викреслюємо кандидата, так? Ну, він же ж не сам по собі є кандидатом. Можливо, таке розслідування там провести? Ну, мне кажется, это вопрос уже не к политологам и не к политическим экспертам. Это вопрос, конечно, к компетентным органам, которые должны в каждом таком случае, я подчеркиваю, в каждом таком случае разбираться. Но именно в 135-м округе здесь нечего даже разбираться. Здесь все очевидно и все лежит на поверхности. Другой вопрос, насколько в данном случае это могло бы повлиять. Вот знаете, если два выходят игрока равновесных, да, ну там плюс-минус, разница между ними 5-10-15%, конечно, можем говорить, да, здесь уже кто больше набирает. Но в данном случае, конечно, это, мне кажется, вообще это противоестественно, противозаконно и не имеет никакого отношения ни к политической культуре, ни к демократии, ни к голосованию. Ну, я думаю, что благодаря той работе системной на протяжении не одного десятка лет, сколько вы говорили, 20 лет, коллеги говорили, да, у нас идут избирательные кампании, избирательный процесс, и сколько лет уже Сергей Васильевич Кивалов является народным депутатом Украины от именно 35-го избирательного округа. То есть мне кажется, что здесь люди как раз разберутся, люди как раз все поймут, но возмущаться, мне кажется, что они имеют право. И они, может быть, кто-то из них даже в порыве, да, и вычеркнет этого кандидата, да, даже в порыве какой-то ненависти, не знаю, нелюбви к нему или понимания несправедливости происходящего. Но вообще здесь, конечно, нужно понимать, что эта технология, она сегодня действительно апробируется. И, к сожалению, почему еще она может быть очень опасной? Потому что очень маленький срок для избирательной кампании. То есть, когда есть хотя бы 2-3 месяца для избирательной кампании, людям все можно объяснить. Люди все могут понять, и до людей можно донести информацию. Но вот сегодня за таким редким случаем, как вот этот ваш эфир, наверное, не знаю, будет ли у нас еще такая возможность, да, обратиться к избирателям и сказать именно об этой технологии. Так, теж питання ставлю до вас, Ігоре, щоб на пів дороги не зупинилося, лише там викреслення. Ну, смотрите, на самом деле, даже криминальная сторона этого вопроса, скорее всего, является следствием того очень важного ущерба, который наносит стране, государству вот подобные грязные технологии. Дело в том, что базой, конституционным базисом нашей страны является демократия, правильно? И выборы являются неотъемлемой частью этого демократического процесса. И лишение народа права избирать, ведь на самом деле этот человек, когда он вступает на этот преступный путь, он замахивается на конституционное право гражданина Украины избирать и быть избранным. То есть понимаете, как высоко и как далеко заходит этот вопрос? То есть на самом деле это должно быть самым жестким образом подобные вещи пресекаться. Я не сторонник того, чтобы этого бедного человека швырять в тюрьму, вот, но то, что его нельзя регистрировать, что его нельзя допускать, то есть нельзя допускать сам... Вы понимаете, если бы вот эти вещи пресекались на уровне избирательной комиссии, ведь Дмитрий абсолютно справедливо заметил, что это совсем недавно меняются эти фамилии, имя, отчество. Они поменены буквально перед выборами. У нас народ очень ленивый. Никто не хочет, как американцы, работать на следующие выборы, на следующий день после выбора, в течение там 4 или 5 лет каденции. Вот. Все хотят вот, буквально вот перед избирательной кампанией, все ждут, когда же ее объявят, когда же, чтобы начать финансировать процесс. А то, что надо было работать с округами раньше, в основном это никому не интересно, особенно аферистам.
Аферисты уж точно действуют непосредственно перед выборами. Поэтому это все заметно, это все очень легко проверяется. И то, что это до сих пор не запрещено, я считаю, что это просто воля, скажем так, власть придержащих. Петро, ми бачимо, що за останні роки політичні технології, які використовуються на виборах, вони взагалом не змінюються. Там були там спроби у деяких партій, не зовсім успішні. Залишаються такими ж незмінними і брудні технології. Підкуп, клонування – це вже більше 20 років. Якщо на законодавчому рівні з клонуванням буде завершено, означає, що на зміну прийдуть нові брудні технології? Ну, как я уже сказал, тут все зависит от уровня, скажем, витиеватости мышления тех мошенников политических, которые находятся у истоков создания этих технологий. Потому что как только сама украинская политика коммерциализировалась до нельзя, то в нее проникли технологии, которые, ну, скажем, были присущи всяким там, скажем, криминальным сферам, торгашным в худшем понятии этого слова. Вот это все, скажем, оно все отобразилось на микроклимате политическом, и наш обыватель, избиратель, он все это получает в виде вот таких вариантов политического мошенничества. Я хочу верить, что общество все равно будет меняться, пусть тяжело, сложно, но эти изменения происходят. Подрастает молодое поколение избирателей, у которых уже совершенно иной запрос. Я уверен, что так или иначе изменится сама выборная система, и мы уже да, на Украине за эти годы пробовали разные вариации, и есть сторонники той или иной системы, но мы удивительно сумели изнасиловать и изуродовать и мажоритарную систему, и списочную систему, потому что ну, чем запомнится для меня выборы 2019 года, тем, что практически полностью ну, нивелировали как таковую систему базисную существования и функционирования партии. Ведь если мы разберемся и увидим, что сегодня, какой ассортимент политический с точки зрения там, партийного строительства, то вы найдете только несколько структур, которые хотя бы издалека напоминают реальную партию, у которой есть ячейки, у которой есть идеология, которая строится не от желания там, олигарха или хозяина, который набирает своих менеджеров и называет их партией, а у них есть какие-то сквозные месседжи, которые их объединяют в одну структуру. Этого нет. То есть, если разобраться вот в этом все шоу съездов, которое было последнее время показано по средствам массовой информации, то эти люди, которые туда приезжают, они никого не представляют, они не имеют никакого, ну скажем, политической корневой системы к своим регионам, к городам, к областям. Вот, ну, это все, мне кажется, где-то мы были на пути и вот к такой деградации политической, и можно было на каком-то этапе выровнять этот рост, но, вот, к сожалению, мы получили, вот, ну, на мой взгляд, еще раз говорю, это я анализирую с учетом того, что я наблюдаю сразу за несколькими политическими проектами и вижу, что с ними происходит. В основном это, конечно, скажем, тема, связанная с так называемой прослойкой оппозиции. Вот, все, что у них происходит, оно сегодня в чистом виде выводит нам возможность только выхода кандидатов по мажоритарной системе, потому что они понятны, они уже сформированы, они сложены, у них есть своя история. А все, что касается системы там, политических списков, оно еще более, скажем, тяжелое, сложное, и не хочу употреблять это слово, но скажу грязное. Поэтому... Кращий захист, Дмитро, уточнююче питання, кращий захист від брудних технологій – це підвищення політичної культури населення. Кожного разу в ефірі, да. В цій чи іншій кампанії, я підкреслюю, що це основне. Є кроки в цьому напрямку? Якось виховуються наші виборці? Чи... Ну, мені, ще раз говорю, мені кажеться, з учетом того, що я бачу інтерес, от був якийсь період, коли у молодого покоління була політична апатія, тобто вважалося, що це така ну, политическая сфера, она уже для таких великовозрастных, сложившихся фигур. Сегодня есть запрос на молодые лица. Я иногда общаюсь с представителями разных политических партий и говорю о том, что тоже в этом в поиске молодых лиц нельзя забегать за
с какие-то, ну, скажем, границы здравого рассудка, потому что такие новые люди, которых все ищут, они бывают только в роддоме. Вот там появляется совершенно новый человек. А найти нового человека, который будет и функционален, и может как бы отвечать запросам сегодняшнего дня, и чтобы он еще как бы не имел никакого политического бэкграунда, это невозможно. Это, ну, как бы сама идея, она противоречит ответ задачи. Поэтому здесь я думаю, что этот процесс идет, просто он идет очень медленно. Вы же тоже общаетесь, у вас здесь в студии бывают молодые люди, сюда приходят студенты разных факультетов, и у них есть интерес, у них есть запрос, они интересуются, они участвуют, они объединяются. Просто пока, скажем, превалирует форма и отсутствует содержание. Но, может быть, через какое-то время мы сможем эти два понятия соединить. Дякую, Денис. Политическая культура, вы же на пульсе тримаете руку. Я хотел бы здесь просто добавить, что, знаете, у граждан сегодня есть выбор. Ведь мы же совершенно четко понимаем, кто занимается грязью, кто занимается грязными черными политическими технологиями. Но мы их называем, с точки зрения политологии, незаконные способы ведения агитации. Только те, кто пытается при помощи незаконных способов ведения агитации набрать свой рейтинг. Кто палец о палец не ударил, кто кампании не проводил никогда избирательные, и кто ничего не сделал ни для округа, ни для города, ни для страны. Это один вариант. Вот это люди, которые играют в эти черные технологии. И есть второй вариант. Это люди, которые себя зарекомендовали десятилетиями работы, и которые, ну, им просто, как это сказать, нет смысла никакого технологического опускаться на уровень своих оппонентов, и они никогда не были замечены в поливании кого-то грязью, в грязных этих технологиях и так далее. Вот я считаю, что сегодня одесситы, это так будет обязательно, что да, у нас сегодня будет самая грязная избирательная кампания, и за этот месяц мы еще такого увидим и такого наслушаемся про наших кандидатов и про наших лидеров и про наших и про тех кандидатов, которые себя зарекомендовали. Но мы наслушаемся только с точки зрения тех, кто ничего не делал и никак себя не проявил. Вот у людей выбор. Либо первая группа, либо вторые настоящие политики, государственные деятели. Вот кого выберут люди? Я уверен, что одесситы — это как раз люди, обладающие высочайшей политической культурой, политическим образованием, которые обязательно выберут именно лидеров из первой группы. Игорь, завершуйте на позитиві, бажаю. Задавайте вопрос. Додати до того, що сказав Денис, я взагалі в загалом ставив питання щодо політичної культури населення, і Дмитро, і Денис, свою точку зору. Тут я не знаю, як це коротко сказати. Ви стоїте на позиціях просвіщення. Если вы помните, была эпоха просвещения, 18 век, там французская революция, Великая французская революция, и там была какая идея? Были философ на троне, да, вот основная идея, философ на троне. В чем эта идея? Это идея человека, который поднимается на высшую ступень политической власти, и при этом он философ. Что значит философ? То есть человек, который, так сказать, глубоко может осознать происходящее, и он будет прав. Наконец, не по-глупому, а очень по-умному, по-философски и так далее. То есть тут как бы отсылы еще чуть ли не к библейским правителям. Вот. Значит, ну, эта эпоха закончилась. Наступила эпоха постмодерна, эпоха наперсточничества, эпоха вот этих вот сменяющихся очень быстро телевизионных картинок, где вот это вот всякие бла-бла-шоу всевозможные. Можно ли сказать, что этот вот массив информационный, который накрыл сегодня общество, занимается просвещением? Ну, наверное, нет. Есть какие-то отдельные передачи, вот как ваша, да, где вы пытаетесь в беседе с гостями докопаться до истины. И ни я не излагаю истину, ни коллеги не излагают. Мы вносим свою маленькую лепту, так сказать, вот на алтарь истины, да, когда мы выражаем свое мнение, мнение профессионалов, людей, которые судят об этих вопросах с точки зрения уже своего опыта, даже ученых званий, вот уважаемый профессор есть у нас. Вот. Поэтому, так сказать, завершая свой длинный спич, я скажу, что, в принципе, люди, они, в принципе, голосуют всегда правильно. Я так подозреваю, что очень многое делается для того, чтобы людей ввести в заблуждение. Вот сегодня мы обсуждаем именно пример того, как пытаются ввести в заблуждение. И люди действительно разберутся, если они видели человека и знают его по конкретным делам, знают его политическую позицию. Эту свою позицию этот человек не скрывает.
бывает. Есть возможность задать ему вопросы, есть возможность встретиться с ним на приеме населения, которое происходит регулярно. Есть возможность послушать его интервью, актуальные, в которых он освещает свою позицию по тем или иным вопросам относительно страны в целом. То есть у человека есть некий базис, да, у него уже есть, он уже занимал высшие должности в государстве. То есть как бы он уже носитель опыта, ему не надо, как Зеленскому, идти учиться чему-то. Вот, он уже это все прошел. Более того, он сегодня как бы отошел немножко в сторону, ну в каком смысле? Не в том смысле, что он не находится во главе сейчас управления государства, а он сейчас работает с округом, он работает с избирателем и использует трибуну и место в Верховном Совете для того, чтобы защитить своего избирателя, избирателя Приморского района, избирателя Одессы и украинского избирателя, который, может быть, сегодня за него еще пока не голосует, но, может быть, пока в целом. Вот. Но и его тоже он защищает, потому что он предлагает правильные вещи, на мой взгляд. Дякую, колеги. Я вважаю, що, ну, впевнений, що ми до 21 липня не один раз ще зберемося. Хочеться вірити, що брудні технології на деякий час залишить нас осторонь. Хоча я розумію, що так не буде, але будемо тримати руку на пульсі подій. Ігор і Денис, Дмитро, радий був вас бачити. Навзаєм. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.